Здравствуйте. Снимает скрытая камера. Солидно. Уже настоящий мой? Да. Уже давно вечером, да? Вечером. Мы все рады вас приветствовать в Петербурге. Добро пожаловать. Расскажите, пожалуйста, вкратце, как оказалось так, что вы стали игроком каких-то выпусков. Как так получилось? Ну, случился локаут в НХЛ, поэтому сейчас появилась возможность поиграть в КХЛ. Я с удовольствием принял предложение СКА, потому что клуб с амбициями, организация на высшем уровне, болельщики любят команду, поэтому хочется поиграть здесь. Как оцените сейчас свою физическую форму, как летом ее поддерживали? Ну, я тренировался со своим тренером, как обычно это делаю, поэтому нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, что в воскресенье буду играть. Дай бог всем городам в КХЛ, чтобы столько зрителей ходили, чтобы были полные дворцы. Самое главное, что публика приходит взрослые с детьми, это очень важно. Так что я опять, это был один из самых важных факторов, по которым я выбирал команду, где играть. Я многих знаю, ребят, конечно, и Женю Артюхина, и Макса Афиногенова, Калинина, там это с кем я играл. Ну, а так всех многих очень знаю, поэтому хорошая команда, молодая, амбициозная. Я думаю, что с таким составом можно решать самые высокие задачи.